Всем привет, меня зовут Тори, добро пожаловать на мою кухню. Дорогие мои друзья, сегодня мы с вами будем готовить мясную сборную солянку по тому самому рецепту, который показала мне когда-то моя мама. Итак, что нам понадобится для солянки? Итак, нам нужно 500 грамм курочки, любой ее части, чтобы с мясом было. 350 грамм копченой колбасы. Я взяла разных сортов, вы можете взять свою любимую. 300 грамм ветчины или вареной колбасы. 200 грамм томатной пасты. 250-300 грамм соленых огурчиков. 1 банка черных маслин. 100-150 грамм лука. 1 банка тушенки, любой свиной или говяжий, какой вы любите. 1 лимон. Пару листиков лаврового листа, соль, черный перец и зелень по вкусу. Итак, что мы делаем первым делом? В кастрюлю мы наливаем воды. Это примерно от 2 до 4 литров. Количество воды, количество бульона, которое у нас получится, зависит от ваших вкусовых предпочтений. Любите ли вы более густой суп, тогда поменьше. Водички, естественно, если более жидкий, побольше. Отправляем сюда нашу курицу. Бульон подсаливаем и ставим вариться. А пока варится наш бульон, мы тем временем подготовим все остальные продукты. Собственно, колбаску мы нарезаем на тоненькие полосочки. Соломкой, в общем. Так поступаем со всей нашей колбасой. И с ветчиной в том числе. Итак, мы нарезали всю нашу колбасу и ветчину тоненькой соломкой. Теперь приступим к огурчикам. Огурчики мы нарезаем кубиками, не большими. Что-то делать. Попки. Отрезать огурцовые попки. Итак, огурчики мы нарезаем довольно миленькими кубиками. Ну, я, по крайней мере, люблю миленькими. Вы можете, конечно же, порезать покрупнее. Как вам нравится. Так поступаем со всеми нашими огурчиками. Огурчики мы вот так миленько нарезали и приступили к нарезке лука. Лук мы режем максимально тоненькими полукольцами. В общем, так поступаем со всем нашим луком. И лучок мы нашинковали. Теперь лимончик. Я беру пока просто половинку лимона. Вы можете взять столько лимона, сколько вам нравится, то есть по вашему вкусу. И вот так вот половиночки, тоже тонюсенько, пытаюсь нарезать. Если вам нравится половинками, оставьте половинками, но я на 4 части разрезаю. Все, подготавливаем так весь лимончик. И последний наш ингредиент – это зелень. Мы ее мелко шинкуем просто. Она у нас пойдет в нашу солянку в самом конце. Дорогие друзья, пока продолжает вариться наш бульон, мы делаем дальше нашу солянку. Я разогрела сковороду, добавила чуть-чуть растительного масла. Это делать не обязательно, особенно если у вас жирные сорта колбасы. Так, отправляем сюда колбаску и ветчину либо вареную колбасу. И все это обжариваем. Ну, чуть-чуть, не слишком. Так, колбаску мы слегка обжарили. Теперь добавляем лук. Лук мы жарим до легкой прозрачности, чтобы он у нас не раскис, не размяк, а слегка стал прозрачненьким. И все. И тогда мы добавим нашу томатную пасту. Итак, лучок наш стал уже мягеньким, слегка прозрачным. Отправляем сюда томатную пасту. И за томатной пастой сразу идет тушенка. Как говорила моя мама и говорит по сей день, солянка тем вкуснее, чем больше сортов мяса в ней. Вот мы поэтому и тушенку добавили. Все хорошенечко размешиваем. Чтобы у нас все это стало одно. Запахло копченостями, тушеночкой. Красота. Все размешали. Буквально еще минутку попассеровали все это, поварили и выключаем. Дорогие мои друзья, наш бульон сварился, мы его процедили. Мясо куриное отделили от костей, косточки выкинули, а мясо миленькими кубиками тык-тык-тык порубили. И теперь мы возвращаем мясо в наш бульон.
Так, дальше. А дальше вот эту всю красоту, колбасу с томатом, тяжелая сковородочка, тоже аккуратненько отправляем в бульон. И даем бульону нашему закипеть. Ох, и тяжелая сковорода. Вот она, сильная женская рука. Размешиваем. Даем хорошенечко закипеть. Мы уже подумать, как-то по-другому можно закипеть. В общем, ждем, когда наш бульон закипит. Дорогие друзья, наша солянка активно сейчас кипит. До завершения приготовления осталось пару-тройка минут. Лавровый лист и перец отправляем. Соляночку в нашу. И буквально за 2 минуты до окончания готовки отправляем огурчики, чтобы они у нас не раскисли, не стали такие склизкие, противными, как рассольники в детском саду. Вот, у меня, да, ассоциации с рассольником в детском саду, с мерзкими огурцами. Маслины, лимон. И, соответственно, зелень. Хорошенечко размешиваем. Запах потрясающий. Варим еще 2 минуты. В общем-то, наша солянка готова. На самом деле, друзья мои, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Если мало лимона, лимонный сок добавляйте. Вы можете, недостаточно, допустим, вам кислое будет, недостаточно соленое. То есть количество огурцов, лимона, это уже на ваш вкус. Я сказала вам то количество, которое делаю все время сама. Собственно, сейчас наша соляночка закипит, и все, мы уходим ее кушать. А вы не забывайте радовать себя и своих близких, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео и под всеми остальными нашим видео. Подписывайтесь на все наши паблики ВКонтакте, Фейсбуке, Google+, в Твиттере, господи, в Одноклассниках мы есть везде. Скоро увидимся, пока-пока.